Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня день влога. Необычный день, но важный очень день. В общем, начался он у меня, как обычно, в 4:20. Проснулась я от своей беременной бессонницы и уже заснуть не смогла. И так как сегодня ровно мой предварительный срок родов и начало 41-й недели, то я торжественно начала свою 41-ю неделю с жалоб на то, как я плохо себя чувствую. Погнала я, в общем, на все на свете. И в своих любимых мамзах и в преге написала пост о том, что, черт, как же мне плохо, что поясница моя уже просто не выдерживает, ноги у меня отекшие, все у меня болит, задница болит, но предвестников родов вообще никаких. И поэтому непонятно, собирается мой малышоныш на выход или не собирается. Вот, и утро свое я так и провела, общаясь с девочками в преге, спрашивая о том, какие у них были симптомы. У многих симптомов никаких, просто либо отходят воды, либо начинаются схватки, и все. И едут девочки в больницу. Вот, собственно, я как-то под соусом всех этих историй успокоилась, подумала, ну ладно, может быть, и у меня так же будет, что ни с того, ни с сего начнутся мои схватки. Вот, и, собственно, просидела я так 4 часа, муж мой сладко спал, и где-то в 8 часов я понимаю, что я чувствую боль, подобную боли, которая обычно меня встречала каждый месяц в начале моих месячных. И тут я так взбудоражилась и поняла, что что-то, наверное, происходит. Но так как жутко сонная была, пошла спать. И проснулась я, наверное, еще через несколько часов и почувствовала действительно, что эти боли не прошли, что эти боли, они как-то вот так вот волнами начинаются и заканчиваются. И прямо обрадовалась. Сказала мужу, слушай, что-то, мне кажется, поедем мы сегодня рожать. Вот. Он тоже обрадовался. Видно, только его радость была немного более нервная, чем моя, потому что ему предстоит, в общем, меня собирать в кучу и участвовать во всем этом процессе. Так вот, мы как-то активненько подсобрались, устроили дома уборку перед тем, как хоть куда-либо отправиться. И, собственно, начали отслеживать время схваток и как они у меня продвигаются. Схватки нерегулярные, но они постоянные, одна сейчас начинается. Значит, схватки у меня от 20 секунд до минуты, и интервалы между схватками, они абсолютно еще нерегулярные и слишком далеко друг от друга для того, чтобы ехать в роддом. То есть это может быть больше 20 минут, это может быть в какие-то моменты меньше 20 минут, но, тем не менее, в общем-то, мы готовы. Я сходила в душ, помыла голову. Как вы видите, по моему лицу, кстати, я думаю, что если свет хороший, еще видно мою пигментацию, то есть всю мою беременную каску и неравномерность цвета моего лица. То есть у меня весь лоб по периметру, он усеян пигментацией, также скулы, нос вот здесь и, собственно, что-то еще и тут внизу. В общем, я вся пятнистая, как леопард, поэтому пойду сейчас сделаю какую-нибудь масочку. Вот, значит, сходила я в душ и увидела, что у меня также началось небольшое кровотечение. Оно совсем маленькое, то есть я уже понимаю, что мои сосуды начинают лопаться от движения в шейке матки. Соответственно, я понимаю, что процесс уже сильно запускается. Пробок никаких не было, ничего не выходило, воды не отошли. Ой, пока только нерегулярные схватки и небольшое кровотечение. Поэтому мы с мужем сейчас, что мы будем делать? Я пойду сделаю маску на лицо, чтобы хоть как-то немного более привлекательно выглядеть и по крайней мере, чтобы кожа моя была увлажнена перед сухим воздухом больницы. Ну и буду сообщать вам, как у нас процесс протекает. Буду включаться в влог наших родов, я надеюсь, что наших родов, через каждые несколько часов. И вот насколько получится сегодня записать, настолько я и запишу. Поэтому терпеливо ждем.
и считаем часы до появления на свет нашего малыша. Касательно малыша, должна сказать, что он, наверное, как родителю. То есть ему было очень-очень важно, чтобы все шло по плану. Поэтому, как только стукнуло 13 апреля, предварительная дата родов, так сразу он начал собираться на выход. Так что... Ух, этому я очень рада. Нам подходит. Спасибо большое за внимание и сотрудничество. Так что увидимся через пару часов. Ну что ж, уже 8 часов вечера, то есть ровно 12 часов с того момента, как я почувствовала первую тянущую боль внизу живота и внизу своей поясницы. То есть ту боль, которую я отличила от обычных болей беременности, дискомфорта и так далее. Вот, мы с Арсом съездили в магазин, купили снеки в роддом за нашу короткую поездку, которая продлилась приблизительно полчаса. У меня были схватки два раза, один раз в магазине и второй раз в машине. В машине схватка – это был капец. Я предполагаю, что это связано с позой, в которой я сижу в сидении. Но я поняла, что поездка в роддом, когда уже схватки будут очень регулярными, это будет что-то с чем-то, потому что по интенсивности эта схватка была в разы больше, чем все остальные. Она, правда, была очень-очень болезненной. То есть настолько болезненной, что у меня ладошки стали мокрыми, и мне нужно было очень... интенсивно и серьезно задумываться о том, как я дышу, что я напрягаю, не напрягается ли слишком сильно лицо, и вообще организм не напрягается ли, потому что чем больше ты напрягаешься, тем больше эта боль, она на тебя действует и тебя изнуряет. Вот, если говорить в принципе о вот этих болях, то я точно могу сказать, что для меня это ровно такие же боли, как менструальные боли. То есть это когда ты вот просыпаешься утром, знаешь, что у тебя должны быть месячные, и чувствуешь, что у тебя тянет низ спины, не поясницу, а ниже поясницы, и очень сильно тянет и болит низ живота. И такое ощущение, как будто ты, если сейчас встанешь, то из тебя польется кровь реально. Вот это ровно такое же ощущение. Это вообще не другая боль, а вот ровно такая же боль. Только она, естественно, в разы сильнее. И если сравнить вот за весь день 12 часов... Фух. Еще одна. Арсик, еще одна. Ух. Давай подави мне. Ух. Лучше всей ладошкой, не пальцами. Ух. Так хорошо? Нет. Сильнее, а вот так могу. Нет, давай так, да. Хорошо? Все. Привет, какая. Спасибо, Микий. Ой, вот это была очередная схватка. Так как пишу сейчас на телефон, то не смогла, естественно, нажать на кнопку в своей аппликации, которая отслеживает время схватки и интервалы между схватками. В общем, на чем я остановилась? Об этом попозже чуть-чуть. Значит так, да, схватки и боль схваток ровно такая же, как месячные, но по интенсивности, естественно, просто в разы сильнее. Очень сильная боль. И если в течение вот дня мои нерегулярные, совсем нерегулярные схватки, которые, как я уже говорила, были через каждые там 20 минут, могли быть через полчаса, через 40 минут, а потом через 10 минут, то сейчас, на самом деле, уже схватки, ну, я думаю, в рамках каждые 10 минут. Они уже происходят. По крайней мере, вот с того момента, как мы приехали с магазина и уже были дома, эти схватки, они вот правда каждые, наверное, 10 минут. И по своей продолжительности они как минимум минута.
Вот, поэтому болит уже очень сильно. То, что сейчас Арс подошел и подбежал, то есть это один из приемов, который помогает справиться вот с этой пиковой болью в схватке. Это когда ты становишься немного наклонившись вперед, и твой партнер, он давит тебе на нижнюю часть спины. То есть он передавливает силой нервные окончания, которые как раз-таки сзади спины у тебя болят. И это помогает эту боль быстрее унять и быстрее ее как-то, легче ее, наверное, как-то пережить. Вот, так что такие пироги с моими схватками. Вот, ну, не знаю, сейчас я, наверное, перекушу. Получится у меня поспать или не получится поспать, и когда вообще нам в роддом, я не знаю пока, потому что нужно дождаться, когда схватки будут каждые 5 минут. А помимо схваток, никаких других симптомов нет, ну, за исключением только легкого мазания, то есть это даже не кровотечение, а я понимаю, что это мажет коричневым, таким розовато-коричневым. Вот, ничего другого у меня нет. В остальном, во всем я чувствую себя плюс-минус так же, как и до этого. Вот. Ну, будем смотреть, как дальше будет дело прогрессировать. Но я предполагаю, что до полночи, наверное, дома мы не дотянем. Думаю, что мы уже поедем в роддом. Но об этом расскажу уже по факту. Так, сейчас у нас 10 часов вечера. Ух, схватки у меня постоянные, я не понимаю, почему они такие частые, но, в общем, это наша палата. В общем, это родильный зал, в котором мы будем с Арсиком рожать. Это, я так понимаю, для малыша. Да. Угу. Сейчас к нам придет акушерка. Она должна нас подключить к этой машине, очевидно. И тогда мы уже расскажем дальше, что тут к чему. Такой замечательный у нас. Сану за свой. Что ж, мы в роддоме. На самом деле меня не должны были принимать. Внизу меня проверили раскрытие. Раскрытие всего лишь 1 сантиметр. Но для меня вот эта проверка была настолько адической болью. Я сама от себя в шоке, что я в голос орала. И медсестра, которая меня проверяла, она сказала, что, слушай, у тебя там все высоко, у тебя 1 сантиметр раскрытия. Она говорит, ну если у тебя такая боль и так, ты, ну, так часто схватки, то я напишу, что у тебя 3, чтобы тебя вообще приняли. И, в общем, с таким... махинации с такой меня отправили в родильное отделение. В общем, сейчас вот я лежу в родильном зале, слушают сердечко малыша. Схватки у меня, не знаю, сколько, каждые 3-4 минуты, да? Ну да, от 3 до 5 минут. От 20 до 40 секунд. Ну, уже секунд по 30-40. Ну, сами схватки, на самом деле, они недолгие, там 30-40 секунд. Но они прям такие болючие. Вот, поэтому пока я на ногах, мне легче, конечно, Арс может давить мне на спину и как-то меня поддерживать, и, ну, легче проходит эта схватка. Сейчас я минимум полчаса должна лежать, чтобы послушать сердечко и правильно записать все показатели. Вот, ну, сейчас задача пролежать вот эти полчаса и вытерпеть схватку именно лежа. Ну, будем надеяться, что получится. Куда деваться? Но это какая-то адическая просто боль. Я понимаю, что это пока что вообще ни о чем. Потому что у меня реально раскрытие 1 сантиметр. Это полный бред. Вот, ну да ладно.
Каждую схватку переживаю, вот одну пережила, и все, я счастлива, что она закончилась, и наслаждаюсь моментом, пока ее нет. Вот. А дальше уже пойду в душ, буду скакать на мячики, не знаю, что делать, до эпидуралки. Потому что без эпидуралки я, наверное, как-то это никак. У нас сейчас только что была схватка. Как видно, аппарат регистрирует интервалы между схватками, и вот этот пик как раз и является схваткой. Вот наша схватка сейчас была вот здесь. Сколько сейчас время? 12:53. Сейчас 14 апреля, 12:53. Ночи. Ночи, да, ночи. Я, в общем, наконец-то счастливый человек, расслабленный очень. По причине того, что мне сделали наконец-то эпидуралку. Тряслась я, волновалась по поводу этой процедуры. Во-первых, потому что я жутко ее боялась. А во-вторых, потому что я понимала, что если я поступила сюда с одним реально сантиметром, и меня отправили, ну, типа с тремя для того, чтобы меня приняли, то мне нужно очень долго и упорно еще ждать часами-часами до своих 4-5 для того, чтобы поставить эту эпидуралку. Раньше никто ее ставить вообще мне не будет. Вот, но боль схваток, интенсивность уже была такая, что у меня просто, ну, искры из глаз, да, каждые там 2-3 минуты они уже повторялись. Mm-hmm. Вот, ну, интенсивность росла, да, и потом частота выросла. Это с 1-2 минуты, 1-2 минуты составляло. И меня подключили к ЭТГ, и, естественно, я должна была лежать на спине. Это адическая боль пролежать на спине схватки. Вот прям адическая боль. То есть я тут как это гудела на весь этаж, мне кажется. Я, правда, ну, не кричала, но я прям гудела. То есть я поняла, что когда у тебя вот такая боль, то тебе уже абсолютно все равно. И ты пытаешься найти хоть что-то, что тебе помогает. И в этом случае это было больше не дыхание, наверное, а вот звук, который я издавала. И, конечно же, рука Арса, в которую я вцепилась как бешеная. И да, ну да, потому что на спине он уже не мог мне давить на спину, и это уже вот это все. Мы зачетерили, мы повернулись на бок, и я смог тебя давить. Ну да, мы спросили у акушерки, можно ли мне повернуться на бок с КТГ, потому что стоять нельзя. Она разрешила мне повернуться на бок, и, собственно, Арс мне пытался давить. Не так хорошо получалось, но тем не менее хоть что-то. Вот, аппарат показывал сердцебиение малыша вроде нормальное. Схватки достигали там больших-больших пиков. Вот. И акушерка мне говорит: слушай, тебе нужно тогда эпидуралку, может быть, сделать. Давай-ка ты подумай, я посмотрю твое раскрытие. И для меня это был просто кошмар, потому что я вспомнила, что было на первом этаже, и я орала, когда сестричка мне пыталась засунуть два пальца. Я говорю, мне очень больно. Она говорит, ну а что, деточка, ты должна потерпеть, ты должна ребенка родить, там голова будет выходить. Как ты планируешь родить, если ты пальцы не можешь выдержать? Я говорю, я понимаю, но я ничего с этим не могу сделать. Ну, мне правда очень больно. Ну, что я могу сделать? Она говорит, ладно, давай смотреть. И это прошло, ну, там, час с лишним после того, как мы сюда поступили. Она говорит, слушай, у тебя 7 сантиметров. Я говорю, чего? Она говорит, 7 сантиметров. Я говорю, как 7 сантиметров? Это невозможно. Она говорит, ну я же проверяю, я же, наверное, знаю, что я делаю. Я говорю, ну, наверное. Она говорит, все, короче, у тебя 7 сантиметров, если ты хочешь эпидуралку, это последнее время тебе ее делать. Я говорю, да. А, она говорит, мне нужно тебе воды проколоть, потому что у тебя все стремительно двигается, надо воды колоть. Я говорю, нет, сначала эпидуралку, только потом мы колем воды, и все. Она говорит, хорошо, зову врача. Она позвала врача, пришел врач, объяснила мне, как могла, что она будет со мной делать. В общем, сделали мне эпидуралку, про нее расскажу в отдельном выпуске. Вот, и что прошло сейчас после эпидуралки сколько? Ну, минут 40, уже побольше. Но она без 5:12. Сейчас уже ровно час, на самом деле, прошло. Эпидуралка у меня уже стояла без 5:12, да. Тут, наверное, написано. Вот, и вот меня повернули на левый бок, потому что спина, правый бок и все остальное онемело и классно, а левый еще немножечко чувствует боль схватки. И она мне дала уже вторую дозу, да?
Немножко добавила. Добавила. Вот в общем, по монитору мы смотрим, что схваток практически нет, матка расслаблена. Да, малышок себя хорошо чувствует. У нас динамики по схваткам нет никаких практически. Ну, она на самом деле, я не знаю, должна она. Мне кажется, она должна быть. Ну, небольшая, просто очень я не должна ее чувствовать. Вот сейчас я чувствую боль схватки. Ну, то есть в левом боку у меня сейчас схватка. Как видите, я разговариваю. Это абсолютно терпимая болька. Ну вот цифры чуть-чуть поднимаются, но не так, как раньше. Да. Короче, Арсик, скоро родим. Я безумно волнуюсь и не понимаю, как это будет происходить, но очевидно, скоро родим. Ой, вот сейчас схватка поднимается. Покажу. И сейчас я ее как раз-таки чувствую в левом боку. До спиналки у нас 128 максимум, да? Пик доходил до 128. В общем, в среднем от 80 до 120 у нас вот такие пики были. То есть это та цифра, которая сейчас 21? Да. Вот сейчас прошло. То есть у тебя было в покое где-то 40-50 и при схватке где-то под сотню было. Mm-hmm. А сейчас вот у тебя в покое, смотри, 14-15-16 и в схватку 18-20. 24. В целом я безумно благодарна, не знаю, Богу, судьбе и вообще вот всему происходящему в моем организме, не знаю уже кого благодарить, но я понимаю, что реально сильные боли у меня начались в 7 часов вечера. Мы сюда приехали, выехали мы в 9.20, да. Приехали мы сюда... Там. Через 20 минут, через 25 где-то, без 15-10. Ну, без 15-10. И сейчас у нас, ну, грубо говоря, час ночи. И я уже с 7 сантиметрами. Если не больше. Ну, уже, наверное, больше с эпидуралкой. И, в принципе, мне готовы колоть воды. И готовы меня уже отправлять на роды. Чудесно. Мне кажется, самое главное, что я могу быть с тобой рядом, потому что... Как я понимаю, в России выгоняют мужей, но я не представляю, если бы ты здесь без меня была. Все я это вообще... время до спинальной анестезии. Я не представляю. Я не представляю, как женщины это терпят часами, 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 часами. Это ужас. Ну да. И при всем при том, что роддом офигенный. Здесь просто охрененный. Ну, то есть вы сами видите, что здесь прям. Здесь клево. Очень клево. Да, все очень классно оборудовано. Но даже так... Все, что нужно есть, на самом деле. Можно даже повисеть немножко. Там какие-то штуки вешаются, да. В общем, мы так спешили, что я забыла дома свои красивые подушки. Но подушки здесь хорошие, поэтому ладно. Что у нас там целый шкаф вещей, я не знаю, такое ощущение, что мы на месяц на курорт полетели. Ну нет, там вещей на 3 дня. Твоя еда там. Да, моя еда. Ладно, все, отключаемся. Ух, я полежу, помониторим, как малыш себя чувствует. Подожду, пока эпидуралка окончательно заработает. Потом попытаюсь сходить в туалет. А потом уже будем смотреть, сколько у нас раскрытия. Все, до связи, пока. Сегодня мы переместились во времени, и как вы видите по уже моему нахождению и атмосфере, мы находимся в послеродовой палате. То есть сегодня у нас последний день нашего нахождения в роддоме, и сегодня нас выписывают домой. Мы здесь находились три дня, да, Арс? Третий сейчас день. Да, третий день. Сегодня совсем краткое мое сообщение вам. Не буду ничего долго рассказывать, потому что процесс деторождения и первые вот эти дни восстановления после родов — это, конечно, полный космос.
голова у меня не работает вообще. Ну, я думаю, что по лицу моему также видно, что я немного не в себе. Вот. Помимо этого, реалии после родового вот этого всего процесса восстановления, также жуткая пигментация на моем лице, которую я пыталась замазать немножечко тональником, но у меня как выглядит, ничего не получилось. Но да ладно, как есть, в общем, реальность. О ней расскажу уже в отдельном моем выпуске, когда буду рассказывать о том, как проходили наши роды, и буду записывать историю наших родов, и также историю восстановления после родового. Вот, хорошая новость заключается в том, и главная новость заключается в том, что малыш наш прибыл в этот мир, там он спокойненько себе сопит и какие-то звуки немножко издает. У нас все в порядке, все здоровенькие, все красивенькие, хорошенькие, замечательные. Папа с мамой счастливы и уставшие. Вот. Поэтому сегодня я жду еще последних каких-то процедур здесь, в роддоме. Малышу сделают какие-то там, наверное. Я даже не знаю, что ему сделают. Ему сделают прививки точно. И что-то там еще сделают. Вот. Но об этом вам скажу чуть попозже. И мы готовы отправиться домой, уже начать свою самостоятельную жизнь втроем вместе с малышом. Не знаю, насколько мы отключимся от новых выпусков. Отключимся мы точно. Я думаю, что какой-нибудь, не знаю, пару недель до месяца я возьму отдых. Если будут силы что-то записать и опубликовать, обязательно это сделаю. Но следующие мои выпуски, они, конечно же, будут связаны с родами, с послеродовым всем нашим процессом и восстановлением. И буду рассказывать, как же мы это все сделали, как сказала моя подруга из Петербурга, как же мы откупорили эту банку. Так что скоро увидимся на канале, в следующих моих видеороликах. Ну, на сегодня это уже все. Я поехала домой, потому что башка у меня не работает. Пока.